Арменией опять случилась какая-то ерунда. Там не подавляющим большинством, не подавляющим большинством, да? Действительно, но один депутат армянский взял по ошибке не на ту кнопку. Бывает. Бывает, да. Переиграть. Он потом побежал и говорит, дайте возможность мне там нажать на ту кнопку, на какую нужно. Ему говорят, нет, брат, в следующий раз. Вот сейчас уже ты нажал на эту кнопку, значит, под большинством, ну и не единогласно. Поэтому Армения немножко в стороне оказалась, да, но в принципе... И это стойкое большинство, которое будет вас поддерживать дальше? О чем вы говорите, ребята? Мы посмотрим.